ММА. Это обзор на турнир UFC Fight Night, Крылов против Спена, ночь 25 на 26 февраля. Как правило, я пишу его по воскресеньям, я делаю следующим образом. Я сажусь в машину времени, лечу дня на 3 вперед, потому что на дальше лететь бензина не хватает. Смотрю подкасты всех людей мира, возвращаюсь в воскресенье и пишу свой подкаст. Но в этот раз я обленился окончательно, поэтому просто тупо дождался, пока все запишут подкасты, все пересмотрел. Сейчас слеплю свой матерый плагиат. Еще больше вас всех запутаю, потому что все же смотрят, где, что, кто, за кого. И если все за кого-то, то этот кто-то точно победит. Логика стопроцентная, рабочая, к сожалению, убыточная. Ну, на этом турнире, допустим, мне кажется, из 13 боев-то, ну, штуки 3-то андердога стрельнет, а то 4. Вот, поэтому турнир не такой читаемый, как прошлый, но довольно-таки интересный. Как бы, опять же, тут очень много дебютантов, знакомых бойцов не так много, но зато он большой, конкурентный, мне кажется, будет веселый. Поэтому будем разбирать то, что есть. Я буду, как всегда, оперировать понятиями борьба, ударка, кардио, три основных составляющих. Я их буду миксовать как угодно, объяснять вам, почему борцы победят ударников. А в следующем бою буду объяснять, почему ударник победит борца. Чтобы всех вас окончательно запутать. Почему я вас буду путать? Да потому что я злодей. Открывать турнир... Турнир будут, ну, пусть будет Хосе Джонсон против Гаррета Армфилда. Категория 135 фунтов, 61 килограмм. Габариты на экране. Джонсон существенно выше на 15 сантиметров, и при этом и размах рук у него на 10 сантиметров больше. 15-7 рекорд, 8-3 рекорд Армфилда. Вообще изначально, когда еще... коэффициентов не было, я начал отсматривать бои. Мое мнение было такое, что Армфилд, наверное, будет андердогом. Я присматривался к ставке на него. Ну, как бы по итогам отсмотра боев и когда появились коэффициенты. Ну, честно сказать, я немного удивлен, что Джонсон идет андердогом. Не могу, конечно, сказать, что он должен идти фаворитом, но где-то, мне кажется, коэффициенты должны быть ближе к равным. Ну а коэффициенты на Джонсона 2.35, на Армфилда 1.64 на данный момент по пиноклу. Поэтому я себе Джонсона закинул в рассмотрение. Ну и это такое рассмотрение, где, честно сказать, я больше склоняюсь к ставке. Поэтому я сейчас буду топить за Джонсона, у которого, конечно, есть куча проблем. Ну что, парень он, по-моему, какое-то доминиканское, что ли, происхождение он имеет. Классическая история. Все было плохо, все было бедно, наркомания, закладки, друзья-алкаши, мордобой, буллинг, ну все что угодно, короче, какое-то у него там тяжелое детство было. Вот. Потом он, как Джеки Чан, научился драться, пошел мстить и всех убил. Начал он вроде бы с кикбоксинга, у него большое количество выступлений там по любительскому кику, по профессиональному. Ну, потом переключился на ММА, переключился уже давно. Дело сначала очень даже так не пошло. У него он и по любителям были. О, ничего себе, что-то я даже не смотрел. Ну, вот он когда начал, его просто в ММА. Он, наверное, параллельно, что ли, выступал с кикбоксингом. Его что-то все вообще гасили жестко. Ну, потом он вроде бы на какую-то такую золотую середину вышел, перешел в профессионал, и все равно не пошло. Вот эти первые люди, которых он проиграл, я их не знаю. Но вот с 18 года, в общем-то, он проигрывает достаточно много все равно, но проигрывает более-менее приличным людям. Леви Моулис дерется в региональных промоушенах неплохо более-менее. Вильяреал дрался на Contender Series. Ронни Лоуренса мы знаем, Ману Мартинеса мы знаем. Ну и в целом, вот если вот, допустим, вот так вот с 19 года посмотреть, за последние, скажем, 3 года, то есть он проиграл Ронни Лоуренсу, который его затаскал на Contender Series в первый заход Джонсона. И проиграл Мани Мартинесу One Punch нокаутом. Ну, что, он пропустил и улетел. Как бы, и это событие подарило нам счастье лицезреть сейчас в октагоне UFC Ману Мартинеса. Сомнительное удовольствие.
Но при этом, в общем-то, у него есть здесь и неплохие победы. Вот, допустим, Пипка Варгас, который в свое время нокаутировал Кахрамонова. Ну вот, наиболее значимая его победа Мо Миллер, который достаточно крепкий региональный проспект. Тоже дрался на Contender Series, победил, но не был мудрым данной Вайтом подписан. Ну и, в общем-то, последняя победа над небитым Картрайтом, чемпионом Cage Warriors, тоже кое-чего значит. Джонсон весьма неплохой ударник, но с Партером, конечно, у него определенная беда. Ну и беда эта не лечится, то есть, как бы, например, если человек ходит по улице в дырявой обуви, то у него будут мокрые ноги, он будет периодически простывать. Поэтому, по идее, бы надо купить целые ботинки, но Джонсон не ищет легких путей. Он вместо этого себе клеит на спину горчичники и считает, что он так не простудится. В общем, тейкдаун дефенс у него прям плохой. Его переводят, переводили, ну и, видимо, я смотрю, так будут переводить. Я не замечаю, что он растет в этом компоненте, честно сказать. Потому что, ну вот тот же Мо Миллер, который является крепким борцухой, до того, как отлететь в треугольнике во втором раунде, в первом раунде, конечно, Джонсона убивал. Он его борол, валял, выходил на жесткие сабы, как там Джонсон выжил, непонятно, но он выжил. Ну, допустим, бой с Картрайтом взять. Ну, по сути, Картрайт тоже такой крепкий английский борцуха, грэпплер. Много раз он Джонсона перевел, но Джонсон что делает? Он научился, в общем-то, изворачиваться и вставать. И также он прокачивает свою джиу-джитсу и работу снизу в партере. То есть он лежит на спине, но он работает. Либо он бьет, либо он пытается выйти на сабмишн, либо он пытается вывернуться и как-то скинуть себя, встать. То есть вот защититься от проходов у него не получается, но в целом он партер в остальных аспектах, скажем так, вообще борьбу в остальных аспектах, он ее более-менее прокачал. И кое-что уже вполне себе может, он не является чистым ударником. Бой с Картрайтом он, по сути, выиграл в партере. Вот. Он там, как бы, сравнительно пассивной залежке Картрайта вот противопоставил вот эту вот работу локтями снизу, попытки выхода на сабмишены. Все это было немножко сумбурно, немножко нелепо, но судьи, в принципе, это оценили. Я считаю, что это, в общем-то, справедливо. Вот. Ну и что, у него есть победы с сабмишенами, опять же. В целом у него из 15 боев 7 нокаутов, 3 саба. Ну, не так много сабмишенов, ну, для ударника более-менее терпимо. Ну, есть, конечно, и 3 поражения сабмишенами, это да. Но поражения сабмишенами, в общем-то, были довольно-таки давно. Прямо вот последнее было в 18 году, одно в 17. Ну, последние годы не проигрывает. И в целом, я просто к чему хотел сказать, его вот с 19 года, если взять. Ну, вот One Punch нокаут, его можно все-таки выкинуть. Это, ну, такое себе. Пропустил, улетел, ладно. Но в целом у него хороший стрик. То есть он проиграл только Лоуренсу. А так, в общем-то, идет он неплохо. Явно спрогрессировал. Что касается гражданина Армфилда, который уже подрался в UFC на коротком уведомлении, не в своей весовой, с Дэвидом Анамой, во втором раунде был задушен. Тоже, в принципе, это поражение можно выкинуть. Ну, как бы, такое, не по делу. Армфилд неплох. Я так чувствую, что это, наверное, базовый борцуха, не очень высокого уровня. Ну, явно в какой-нибудь там высшей школе он боролся. Никакие он там ни штаты, ничего такого не выигрывал. Но даже по телосложению видно, что он вроде бы бороться может. Хотя в октагоне я больше вижу, что это боксер. Боксер неплохой, довольно-таки техничный, напористый, идет вперед, работает комбинациями, работает довольно-таки точно. Ну, наверное, бокс его основное оружие, плюс периодически он подключает борьбу, хотя те бои, которые я отсмотрел, я бы не сказал, что прям много он борется. Ну, допустим, там с Анамой он в том числе подключал борьбу, и Анаму смог там разочек перевести. Ну, вот оппозиция у него в целом, конечно, я считаю, куда хуже, чем у Джонса. Ну, вот что такое? 3-8, 2-11, 8-11... Ну, последнее время какие-то люди там с более-менее рекордами. Ну, конечно, Джонсон тоже с таких начинал, но последнее время все-таки у Джонсона позиция получше. Опять же, это два сына Ронни Лоуренса. Лоуренс этого Армфилда тоже выигрывал. Вот. Ну, как бы, вроде бы Армфилд неплох, и с Анамой он там пободался. Ну, и, наверное, мне кажется, он сейчас идет фаворитом, вот исходя из того, что он пободался с Анамой, и все считают, ну, не все считают, многие считают, что Армфилд заваляет Джонсона. Хотя многие считают, что Джонсон здесь вполне себе живой, и мне не особо нравится, что Джонсон является народным андердогом одним из.
Но я, в принципе, с этим народным андердогом согласен, и как бы коэффициент интересный. Что я могу сказать отрицательного про Армфилда? В 2020 году, 21-м, он бился с Вогелем. Ну, начнем не с этого. Бой с Лоуренсом. Я вообще думал, что Ронни Лоуренс его завалял. Посмотрел бой, ну, не совсем. В первом раунде было в основном стойко. И как мне показалось, после первого раунда Армфилд устал. Во втором уже было больше борьбы, в третьем уже была практически одна борьба. Ну, по сути, на фоне усталости, как бы, как мне кажется, Армфилд выглядел не очень хорошо. Далее бой с Вогелем. Вот Вогель это непонятно кто, какой-то вообще непонятный человек. И в принципе Армфилд, они там так плотно провели первый раунд, немножко так можно сказать рубились. Армфилд выкинул очень много ударов. Этого Вогеля неоднократно потряс, наверное, сломал ему нос, по крайней мере, сильно разбил лицо, тот был весь в крови, вроде бы, ну все, уже его практически прикончил. Выходит на второй раунд, какое-то там столкновение в партере просто, и он что-то поворачивается спиной, Вогель его валит, заходит за спину и сразу же его душит. Ну и такое ощущение было, что он проиграл на фоне усталости. И я бы вообще категорически бы сказал, что у него кардио плохое, поскольку в третьем бою с Анамой он просел, но сказать я так не могу, поскольку это было короткое уведомление, не в своем весе. Ну, может быть, он там просел, потому что был не готов, но я как минимум два раза видел, что он проседал по кардио, как мне кажется. Ну, то есть я видел три раза, но два раза можно ему за это немножко предъявить, скажем так. Вот. Ну и, собственно говоря, у самого Анфилда тоже есть два поражения с абмишинами. Вот. Поэтому заваляет ли он Джонсона? Это неизвестно. Может быть, да, а может быть и нет. Все-таки, как я говорю, Джонсон со спины-то более-менее работает. И, допустим, Марфилд, ну, он явно был фаворитом с этим Вогелем, и он свой коэффициент тогда не оправдал. Как бы ничего страшного, но Джонсон-то, в общем-то, исторически неплохой андердог. Он был андердогом против Картрайда, он был большим андердогом против Миллера. То есть он уже несколько раз андердогом затаскивал. Правда, он был и фаворитом против Лоуренса и не затащил, но как бы там была своя стилистика, в принципе. Наверное, он там необоснованно был особо фаворитом. Что касается стойки, ну, перебьет ли Армфилд Джонсона в стойке? Я что-то не уверен. Бокс у Армфилда, да, лучше, но ему нужно зайти на свою дистанцию. Джонсон хороший кикер. Он достаточно опасен разнообразными ударами с рук. Он может пробить с локтя, он может там просто какой-нибудь оверхенд закинуть. Бьет он тяжело. Армфилд тоже бьет довольно-таки тяжело, но я считаю, что Джонсон как нокаутер чуть опаснее. Вот, потому что, ну, у Армфилда как бы неплохое соотношение побед досрочных и много нокаутов, но я говорю, его позиция, она, ну, прямо вот наполовину прям вообще мертвая. То есть, ну, он победил тех, кого он должен был победить, а Джонсон финишировал нескольких неплохих все-таки бойцов. Поэтому на дистанции, с учетом габаритов, вот можно там придумывать, как бой сложится. Это как бы мы все думаем, предполагаем. А вот на дистанции, с учетом габаритов, Джонсон должен быть лучше. Когда Армфилд будет заходить к нему на ближнюю и среднюю дистанцию, чтобы свой бокс реализовать, он будет оказываться на дистанции тайского клинча Джонсона. То есть, что для Армфилда бокс, то для Джонсона это будет уже почти клинч. И у него есть хорошие локти, хорошие колени. Вот. Сможет ли Армфилд такого долговязого габаритного типа 3 раунда бороть, как бы я сомневаюсь. С учетом моих подозрений в выносливости Анфилда, ну, я считаю, что Джонсон здесь выглядит неплохо. Да, Анфилд перспективен, он тренируется в Килл Клифф FC и все такое, но как бы я думаю, что ему дают что-то много кредитов, наверное, за бой с Анамой. Мне кажется, что Джонсон здесь может быть интересен как андердог. Хейли Кован против Эйлин Перес в категории 135 фунтов 61 килограмм. 31 год, 28 лет, на 8 сантиметров Кован выше. Руки немного длиннее, на 8 сантиметров. Ну, рекорды 7-2, девушки примерно одинакового уровня. Вот вам второй народный андердог, Эйлин Перес. В общем-то, я сам думал на нее бы поставить. Я рассчитывал, что Кован идет на хайпе. Думаю, сейчас на Перес дадут трешку со ставкой против Стефани Эгер. Я тогда, конечно, погорячился, недооценил я уровень борьбы и грэплинга Эгер.
ну и общий уровень Перес, наверное, переоценил. Хотя она там была более-менее конкурентна, то есть дебютировала во Франции против Стефани Эгер, во втором раунде была задушена. До этого дралась в Бразилии, била никого. Ну вот в свое время избивала Тамиры Свидаль, которая сейчас подписалась в UFC. Но там очень много грязнила, за что в итоге была дисквалифицирована. Агрессивная, напористая, сильно деловая. Что мне не особо нравится в Перес? Ну, она себя явно переоценит. Она там уже какую-то перед прошлым боем надавала кучу интервью, что уже там Аманда Нунес ее боится, что она пришла, чтобы стать чемпионом. Очень много там тусила перед прошлым боем, там со всеми там закинтилась, потусовалась, побегала, пообжималась, пофоткалась. Там чуть ли не Стуеваса из кроссовка забухала. Ну, как бы, то есть такое ощущение, что дорвалась немножко до светской жизни. Я не знаю, что она там в Аргентине делала. Скорее всего, коровам хвосты крутила. Она же аргентинка, да, даже? Да. Вот. Ну, с Эгер все было не прям не безнадежно. Где-то она там что-то пыталась сделать, что-то у нее получалось. Ну, то, что ее к концу второго раунда сабнули, немножко, конечно, она не дожила до гонга, но не особо хорошее выступление, хотя сильно критиковать ее тоже за это нельзя. С тех пор она перешла тренироваться в MMA Masters. Ну, я всегда люблю, когда вот эти вот всякие какие-нибудь там аргентинцы, бразильцы. Ну, бразильцы еще ладно, у них свои кемпы есть. А вот из таких стран не особо MMA-шных, когда люди хотят чего-то достичь и переезжают тренироваться в американские кемпы, это хорошо. MMA Masters, допустим, не самый топовый, но там есть свои бойцы, там тот же Ковингтон и так далее. Все равно это лучше, чем тренироваться в Аргентине. Что мне еще не нравится, у нее, мне кажется, наблюдается синдром Марии Агаповой. Что еще там, она много постит фоточек, как она тусует. Ну, у нее из тренировок есть, но мне кажется, вот она из породы той людей, что если она парочку боев выиграет, не дай бог, в UFC, она точно OnlyFans себе сделает. Тверкать она может. У нас здесь два любителя тверка на этом турнире. Поэтому, ну, не совсем мне нравится, чем у нее голова забита. Не совсем я это пока одобряю. Хотя, как бы, может быть, все это все вторично. Хейли Кован. Ну, профессиональный спортсмен. Начинала она, по-моему, с гимнастики. Потом она выступала, мне кажется, по чиарлидингу на каком-то там серьезном уровне. Не знаю, что-то я слышал про гандбол или не слышал, или мне это мерещится. В общем, она с ранних лет занимается спортом, но в боевые единоборства она пришла поздно. По-моему, уже даже после 20. Начала, мне кажется, опять же с кикбоксинга. Ну и в целом как-то выступает. Дошла до Contender Series. И теперь ее подписали. Ну, что ее подписали? Ну, у нее, наверное, есть своя фан-база. По большому счету, Хейли Кован это красивая для ММА женщина. Ну, предназначена она мне, как мне кажется, больше для занятий этим самым, как он называется, джиу-джитсу. Опять же, там все стандартные вещи. Можно пройти ей в гард, можно попросить ее выйти в фулл-маунт. Ну и при обоюдном согласии даже можно замутить взаимный хил-хук. Вот. Но если оставить эти скользкие шуточки, то как боец она не сильно, конечно, впечатляет. И в этом бою, ну, на Перес коэффициент уже совсем просадили. Там на нее, видимо, грузят. Все, многих логика со мной совпадала. Ну, Перес, опять же, народный андердог. А поскольку она уже почти не андердог, то особо ставить я на нее не собираюсь. Ну и на Кован я бы ставить здесь точно не стал. В 2019 году отметем там все ее вот эти вот заплеты ранние, какие-то там избиения бомжих и отлеты Виктории Леонардо. Подралась она с Джессикой Миддлтон. Каким-то образом Кован с ее габаритами влезла в 57 килограмм. Побила Миддлтон. Ну, сравнительно уверенно. Миддлтон боец ЛФА, который сейчас дерется с рекордом, по-моему, 5-7. Потом сплитом выиграла Британи Клауди. Клауди, надо сказать, не совсем донный боец. У нее сейчас рекорд тоже, по-моему, 4-5 или 5-6. Что-то такое. Дерется в Инвикте. Но в свое время, лет 5 назад, с ней даже Бленчфилд подралась в сплит. То есть, ну, она такая упертая, региональная бойцушка, грэплер. Ну, из минусов Кован. Клауди ее в третьем раунде, если не ошибаюсь, практически задушила. Каким-то образом не задушила.
Но могла, очень даже могла. Потом она вышла в 2020 году на бой с 38-летней тетушкой Келли Клейтон и во втором раунде залезла ей в гильотину. Та была с рекордом 1-2, сейчас с рекордом 2-2. Моника Франко – это 38-летний кикбоксер, которая была на каком-то там простое, диком. Ну вот Кован ее саму задушила. На Contender Series дралась Клаудио Летти. Ну, Летти, допустим, неплохой боец, неплохой борец. Может быть, даже поприличнее, чем Перес, не знаю. Сплитом выиграла Кован. Выиграла первый раунд, проиграла второй. Во втором раунде практически была задушена снова. У нее там уже и лицо багровое было. Как ее Летти там не додавило во втором раунде, я этого не понимаю. Ну и третий раунд очень близкий, где первые 3 минуты Кован лежала на Летти. Последние 2 минуты Летти лежала на Кован. Отдали сплитом Кован. Ну, я считаю, что отдали по делу. Но... как бы такое себе, то есть на Contender Series ты выигрываешь сплитом и тебя подписывают. Ну, просто вследствие ее некой медийности ее подписывают и более ничего. По сути, это кикбоксер, который пытается прокачать партер с неплохим клинчем, с сомнительной защитой в партере. Не знаю, она любит там... стать какую-нибудь черепаху, но при этом отдает шею, может там выпрямить ноги, руки, кто-то у нее на спине в этот момент висит, голову вытягивает, вот она шея, попадается на сабмишины, то есть, ну вот она там раз не отлетела, два не отлетела, ну три она отлетит когда-нибудь. Неплохой клинч у нее, она научилась работать у сетки, научилась поджимать, научилась там бить локтями. В последнем бою она Лейча неплохо так посекла локтем в первом раунде. Ударка у нее, ну, я считаю, с учетом ее габарита, все-таки лучше, чем у Перес. Перес это просто такая агрессия, которая больше прет вперед. Кован пытается быть техничной стойкой, у нее это поначалу получается, но потом она тоже, мне кажется, сваливается в такой какой-то непонятную такую какую-то мишуру. По большому счету она вот пытается больше клинчевать у сетки и некоторых совсем уж донных бойцов она пытается бороть. Видно, что она старается научиться бороться, но пока что результаты у нее печальные. Поэтому, ну вот, Кован просто всю жизнь в спорте. Она габаритнее, чуть получше в ударке, неплоха в клинче. Все. Перес, немножко колхозница, агрессивная, прет вперед. Вот если бы у нее было, ну, хотя бы больше, чем одна победа с сабмишеном, я бы ее, наверное, здесь взял. Ну, вот она только какую-то девушку с рекордом 0-1 задушила. Это, конечно, не очень там. Уже по любителям я не считаю это амбар. То есть она, по большому счету, перевести и забить. А мне вот кажется, что Кован надо душить. Как говорится, мы Кован душили. Ну, кто-нибудь ее задушит. Может, это будет Перес. Ну, в любом случае, если здесь хотите ставить на этот бой, я бы все-таки советовал здесь присматриваться к Перес. Но бой будет близкий, наверное. Может быть, он опять закончится каким-то сплитом. И вследствие того, что Хейли Кован боец более медийный, опять могут отдать, например, ей. Я такому совершенно не удивлюсь. Потому что все-таки это в целом два бойца низкого уровня. Сможет ли Перес себя хорошо проявить? Поглядим. По таким коэффициентам как бы я ставить смысла не вижу. Кто забрал Перес за какие-нибудь там, если 2.5 успел, ну вот это нормальная ставка. Если бы на Кован было 2.5, тоже можно было бы подумать. Хотя, в принципе, в таком бою я выберу более агрессивного бойца, наверное, в лице Айлин Перес. Категория 155 фунтов. Ну, Руло Алиев против Рафаэля Алвеса. Алиеву 23 года, 178 рост, 183 сантиметра руки. Алвесу 32, 173 рост, 173 сантиметра руки. Алиев непобежденный, 8-0. Алвес побежденный многократно. Ну, сейчас скажу информацию, которую вы нигде не слышали, что Нурулло Алиев похож на Хабиба. А вот чего вы на самом деле не слышали, то что Нурулло Алиев похож на Хабиба на весогонке. Вот. Ну, на самом деле есть внешнее сходство, и то, что он бреет усы, но не бреет бороду, и то, что он таджикский орел, и то, что стиль у него... ну, в чистом виде хабибовский. Тут как бы больше ничего рассказывать не надо. Он, я так понимаю, квалифицированный вольник, который в том числе потом занимался там, наверное, и самбо. Ну и все, вот это такая смесь кавказско-азиатской борьбы. Хотя он, конечно, не кавказец. Ну вот откуда-то оттуда.
Все у него это просматривается. Подписан через Contender Series. Ну и в отличие от, допустим, Хабиба, я у него вообще не видел побед с сабмишинами и не видел попыток их осуществить. Хотя Хабиб, наверное, тоже был больше про Ground and Pound, но он при случае мог что-нибудь там, какую-нибудь кимурку накрутить. Алиев, мне кажется, просто про перевести и попытаться забить. Ну, забить у него получается не особо. Он, конечно, матерый решинатор. Я посмотрел два его боя, ну, не считая Contender Series, уже я глубоко не стал лезть. Я посмотрел бой с Гребневым и с Крюковым. Если честно, я прям не скажу, что я сильно так впечатлен. Гребнева он валял 3 раунда, но в конце первого раунда он залез в сравнительно плотный треугольник. Ногами ему закрыл Гребнев. Если Алиеву какой-нибудь приличный боец закроет такой треугольник в UFC, то он оттуда не выберется. С Крюковым как-то больше даже в стойке было. То есть там, мне кажется, Алиев больше угрожал борьбой за счет этого. Там более-менее как-то в стойке Крюкова перетыкал. Но суть в том, что сейчас, там я не помню, Гребнев с рекордом 7-4, Крюков с рекордом 10-6. То есть что-то такое. То есть ну, эти парни, ну даже делясь к нам каких-нибудь Fight Nights или еще чего-нибудь, там они, ну прям звезд с неба не хватают. И по идее он бы должен был их финишировать. Но я бы сказал, что в бою с Крюковым там какой-то и доминации я особой там прям не наблюдал. Ну забрал. Ну ладно, ну вроде там 3-0 по раундам, но такого не было, что там какие-то нокдауны там, или прям там такой Ground and Pound, чтобы там Крюков куда-то там ломился из октагона. Ну нет, там перетыкиваю или перевел, лежу. Джош Вик боец, конечно, с одной стороны слабоватый, с другой стороны то, что его Алиев финишировал, это конечно хорошо. Ну видимо он там решил как раз работать на то, чтобы его подписали. Думаю, он понимал, что если он там 3 раунда пролежит, то его могут и не подписать. Поэтому включил максимум агрессии. Ну, в этом смысле молодец. Рафаэль Алвес. Боец, конечно, более известный. Много про него можно что сказать. И хорошего, и плохого. То есть Алвес, по большому счету, всем нравится. Не знаю, мне тоже. Хотя последний бой мне его совершенно не нравится. И ставка моя на него не нравится. Ну и в целом, конечно... Какой-то он немножко хрупковатый. В свое время проиграл лэг-киком, потом проиграл травмой. Ну и Доберу как-то, я не знаю. Первый раунд вроде был ничего, но потом он прям сдулся на глазах. Что, пятился. И вообще, с одной стороны, у него есть такие классные навыки. Он такой динамичный, взрывной, опытный. Там может и сабмишн жестко-жестко накинуть, сразу его прям там закрыть. Там хоть гильотину, хоть что. И бьет жестко, и креативно, и неожиданно, и мощно. То есть все вроде бы хорошо, но не знаю. И там с Исмагуловым 3 раунда отстоял, и где-то было конкурентно. То есть вроде как неплохой уровень, но потом вот бой с Добером просто портит все впечатление. Потому что, ну, мозгов, я не знаю, не хватает. Выносливости не хватает. Не хватает выносливости, ну, значит, включаем мозги, береги выносливость. А он там идет... Пока дошел, мне кажется, от раздевалки до октагона, он там половину кардио потерял. Там и танцевал, и кувыркался, и что только не делал. Какой-то несосредоточенный до ужаса. И проблема Алвеса, конечно, в том, что это в чистом виде боец момента. То есть это такой конкретный прям финишер. Вот он хочет обязательно, чтобы подловить и попасть. По крайней мере, в UFC это у него вот так вот работает. Возможно, он там где-то за счет того, что у него в целом навыки были повыше, он там, он, допустим, там победил кого-нибудь там Миранду решением. Но здесь уже у него это не прокатывает, то есть у него не хватает там, я не знаю, ни выносливости, ни терпения на то, чтобы победить решение. Он пытается вот в моменте что-то сделать, чтобы сразу все вопросы решить. Допустим, там как-то выверенно поработать в стойке, поберечь кардио. Этого у него нет, там, поразбивать. Ему вот надо сразу пробить, чтобы все, соперник лег и все. И это как бы не очень хорошо. Вот. И что здесь можно сказать? Конечно, для Алиева Алвес это такое существенное повышение позиции. Поэтому Алвеса, в принципе, рассматривают как андердога. Ну, я с ним поспорить не могу. Алвес опасен. Он опытный. Он может подловить Алиева. Ну, все-таки вот Алиев, ну, если честно, я пока прям не сильно впечатлен.
Надо посмотреть, как для меня. Ну, то есть я Алиева как бы не рассматриваю за 1.5. Это вообще не интересно. У Алиева стиль, конечно, хороший. То есть Хабиб стайл, он работал, работает и будет работать. Но здесь весь вопрос в качестве, в том, как он может его реализовать. Он его реализовывает неплохо. У него хорошая выносливость, неплохой контроль. Вроде голова работает. Но это все было на уровне РФ в лучшем случае. Ну, я бы сказал, с такой средненькой оппозицией. Как это будет работать в UFC? Как это сработает против опасного ветерана Алвеса? Это не особо понятно. Это может и не сработать. Одна ошибка, и все, и Алиев улетит. Поэтому Алвес за 2.6, как бы я не могу сказать, что это плохая ставка. Ну, а по-хорошему, конечно, надо брать Алвеса досрочно. Это будет вообще трешка. Это нормальная ставка, можно пробовать. Буду ли пробовать я? Думаю, что не буду. Я просто хочу посмотреть, что из себя Алиев представляет. Но в целом, как бы, я вижу два исхода. То есть более вероятность, что Алиев победит. И, наверное, мне кажется, решением. Конечно, Алвеса можно финишировать. Мы это уже видели. Тут много от самого Алвеса зависит. Но с учетом того, что, в общем-то, Алиев и более таких бойцов менее скилловых никого практически не финишировал, то как он Алвеса финиширует? Ну, если только сам Алвес опять каких-нибудь глупостей наделает, там, не знаю, устанет и так далее. Конечно, тогда возможно. Так, в принципе, мне кажется, либо Алиев решением, и это более вероятно, либо Алвес досрочно, и, в принципе, это можно рассмотреть. Но это не особо интересный бой. Джо Солецкий против Карла Дитона III. Ну, Солецкий мы знаем. Матерая джиу-джитсу, средняя борьба, кардио ниже среднего, ударка ниже среднего. Выступлениями последними не особо впечатляет. Ну, есть, конечно, там, допустим, хорошая победа над Хаббардом, ну а так что? Ваймана 3 раунда мучил с Миллером, 2-1 по раундам, ну, нормальный бой. А с Гордоном уже 1-2 по раундам. А Досильву победил Majority Decision, но только потому, что Досильву сняли бал. Там, правда, он перчатку держал. Нехороший момент для себя Досильва. Может быть, если бы он эту перчатку не держал, может быть, Солецкий бы его задушил там. Ну, а если бы с Досильвы не сняли бал, то Солецкий бы его вообще проиграл. А коэффициент на него был там какой-то 1.3 или что-то в этом роде. Ну, поэтому так себе. Не знаю, не нравится мне его последнее выступление. Но сейчас соперник у него, конечно, не особо высокого уровня. Что про него сказать? Ну, во-первых, у нас был уже 1.3, Кай Камака. Теперь я официально назначаю Эмиром Бурухтани, Бурухтаном 2-2, Карла Дитона 3-го. Индеец со странной прической. У нас здесь всех, как говорится, от каждой твари по паре. Вот два человека со странной прической у нас на турнире. Карл Дитон один из них. Ну, что про него сказать? Ну, какой-то грэплер. Какой у него уровень? Проигрывал в 2017 году Мёрдоку. Этого мы знаем. Ну, потом с Марискалом дожил до 5-го раунда, не знаю почему, но контест. Дважды победил Натана Вильямса, региональный, очень посредственный боец. Кто такой Робертс, не знаю. Йонас Флок, ну, какая-то неизвестная тоже личность. Флорес дрался на Contender Series, проиграл Алвесу. Дитон ему проиграл сплитом в PFL. Ну, вот Джастина Джейнса мы знаем. Как его представляют ветеран UFC. Ветеран UFC, который там хлопнул нечаянно Фрэнка Камача, потом проиграл 3 боя подряд, все досрочно был уволен. Тоже мне ветеран. Ну, уровень оппозиции у него не особо хороший. Хотя тренируется он давненько в American Top Team. Опытный. Может бороться, может не бороться. Может драться в стойке, может не драться в стойке. По большому счету это грэпплер, который что-то может в стойке. Выступления у него разные, я их посмотрел по диагонали. Где-то он сам перебарывает, где-то его перебарывают. Где-то он устает, где-то он не устает. В стойке, ну, что-то может. Может быть, его стойка даже поприличнее, чем у Солецки. Ну, в борьбе он, Солецки, должен явно проиграть. И в партере в том числе тоже. Дитон на коротком уведомлении, но, если я не ошибаюсь, он готовился к другому бою. Ну да, вот с этим Смитом. Поэтому, как бы, на коротком к Солецки, но не на коротком к этому бою в целом. Поэтому, ну, может быть, у него там есть какие-то шансы, я не знаю. Ну, скорее нет.
1.17 на Солецкий, 5.3 на Дидена. Что вы хотите с этим сделать? Запихать Солецкий в экспрессы? Ну, это то же самое, как поставить на Зубайру Тухугова. Так еще у Дидена, я бы сказал, шансов побольше, чем у Бреннера, наверное. Вот. Угадывать, как Солецкий победит? Ну, берите дома, что дают больше. Тут либо Солецкий сабмишеном, либо Солецкий решением. Как точно, я не могу сказать. Вообще, Дитона, надо сказать, у него досрочек, досрочных поражений у него мало. Конечно, он не дрался с Джо Солецким, но, в принципе, он единожды был нокаутирован, единожды был сабмишен. Так что, ну, в целом, он вроде бы крепкий. Все-таки у него 22 профессиональных боя, и сабмишен был у него в 2014 году. Ну, как ни крути, с кем бы уж он там не дрался, ну, там, за последние там 10-12 боев его не смогли задушить. Солецкий, наверное, сможет, но это не точно. Поэтому дадут там, я не знаю, на что больше, если хотите ставить. Но вот выбирайте метод победы Солецкого, можете поугадывать. Оди Осборн против Чарльза Джонсона. Категория 125 фунтов, 57 килограмм. Возраст примерно одинаковый. Ну, там, чуть повыше Джонсон, чуть подлиннее руки у Осборна. По неподтвержденной информации, этот бой может состояться в категории 130 фунтов. Поскольку... Если я не ошибаюсь, Джонсон на коротком. Да. Что касается весовой, если это будет на 5 фунтов тяжелее, то это, мне кажется, лучше для обоих, поскольку я считаю, что Оди Осборну... Ну, зря он лезет, мне кажется, в 57 килограмм. Он дрался в 61, он для них не маленький, вот дрался бы он в них дальше. Дела у него идут ни шатка, ни валка. Если исключить бой с Вергарой, который он выиграл весьма близко, то в остальном как бы уровень Осборна понятен. Попадаются ему крепкие ветераны или проспекты, он им проигрывает, причем досрочно. Ну а таких людей, как Джером Ривера и Зарука Дашев, он сам способен выиграть тоже досрочно. Творит какую-то хрень, честно сказать. Осборн, он вот, ну, примерно это как Рафаэль Алвес, вот, очень схожие бойцы, тоже такие все взрывные, креативные, могут и удушку закрыть, и какой-то там очень неожиданный панч выкинуть, сразу им рубануть, ну, вот просто выверенно, спокойно поработать, рассчитать свою выносливость, это не про них. Вот взять Осборна, ну, допустим, я не знаю, то есть, когда человек уже два раза с коленом прыгает и... Оба раза отлетает сразу, следом немедленно. Честно сказать, для меня это уже диагноз. Мне в целом-то Осборн нравится, он боец интересный. За такими бойцами интересно смотреть, но ставить на них, ну, в каких-то только определенных ситуациях. Причем у меня, допустим, со ставками на Осборна все хорошо, на самом деле. Прям почти идеально, можно сказать. Но я просто хочу отметить, что вот он с кейпом выпрыгнул с коленом, сразу же улетел. Проходит два боя, выходит на третий бой. Чего он делает с Тайсоном Немом? Прыгает с коленом. В ситуации, когда он допрыгнул бы до Тайсона Нема, я не знаю, если бы он был Человеком-пауком. То есть там даже близко не было. Он бы там вообще ничем бы на Нема не достал, но он решил прыгнуть с коленом. Ну, зато Тайсон Нем его встретил. И вот, мне кажется, в этом весь Осборн. Джонсон что-то прямо разошелся. Часто выходит. Уже за последние там 3 месяца дважды подрался, считай. Ну, грубо говоря, там ноябрь, потом январь, сейчас в феврале будет драться. Ну, меня смущает вот такие частые весогонки в 57 килограмм. Я не знаю, так-то он, в принципе, не маленький и уже не молодой. Но Джонсон, конечно, более такой выверенный боец. В принципе, мы уже понимаем, что он может. Как бы, конечно, смущает исключительно его бой с Жумагуловым, который все считают, что он не выиграл. Я не знаю, у меня там нейтралитет. Там такой сложный бой, реально. Можно что Жумагулову отдать, что Джонсону. Но Джонсон свой коэффициент там не оправдал, допустим. То, что он сейчас вырубил там Флика, ну, это не показатель чего-либо. Но в целом Джонсон неплохо. Как раз он, ну, такая своеобразная противоположность Осборну. Это наоборот... Такой выверенный боец, который старается чего-то наработать по ходу боя, особо не обостряя, не пытаясь там финишировать откровенно или финишировать каждым ударом или действием. Ну, у него есть свои минусы. Он, в общем-то, периодически, во-первых, я уже говорил, атакатит, поздно стартует,
мало делает, не всегда делает много, скажем так. Мне не особо нравится, как он реагирует на удары. Опять же, напоминаю, что там у Жумагулова там у него в бою практически нога начала отказывать. То есть, ну, мне кажется, он может быть физиологически чуть хрупковатый. Ну, если мне не особо нравится, как Чарльз Джонсон реагирует на удары, то Оде Осборн, когда пропускает тяжелые удары, он просто вообще... У него сразу же глаза в кучу, он падает замертво. Осборн, я считаю, пробитос. Вот. Ему здесь фартит то, что Чарльз Джонсон, ну, не панчер. Ему именно вид, тут нужно наработать на очки. Ну, вот такие два товарища. 1.63 на Джонсона, 2.37 на Осборна. Осборн, опять же, за счет своей опасности, за счет своей креативности, может быть здесь интересным андердогом. Ну, так же, как примерно, допустим, Рафаэль Алвес. И некоторые топят за Осборна. Ну, не топят, а так, что... Коэффициент на Осборна интересный, можно подумать. Я с этим согласен. Ставить я здесь ни на кого не планирую. Если бы меня заставляли ставить, я бы поставил на Джонсона. Потому что как-то Осборн, ну, слишком много делает ошибок. Раз, хуже по выносливости. Два, потому что Осборна мы все-таки видели только на дистанции в 3 раунда с Вергарой. И выглядел он под конец плохо. Победы у Осборна. Ну вот, начиная с Contender Series, у него все победы только в первом раунде. Как бы это хорошо, да, опасно, но Чарльз Джонсон не проигрывал досрочно ни разу вообще. Не говоря уже про то, что в первом раунде. То есть, если уж у Оды Осборна шансы там в первом раунде победить Джонсона или в начале второго, ну, наверное, есть, он может что-нибудь там замутить, какой-нибудь креатив, не знаю, там, вертушку, локоть, легендарное колено, которое он все хочет засунуть. Ну, если Джонсон будет нормально работать, то он Осборна заметит, он его сразу заметит. Там тоже, кстати говоря, это же второй человек с прической Чарльз Джонсон. Хотя Осборна можно взять к ним третьим за креатив. Джонсон может первый раунд пережить и второй, третий спокойно забрать или в третьем Осборна финишировать. Вот такой у меня вердикт. Ну, дальше у нас идут вот как раз бои, про которые я говорил, где можно состряпать кейс для любого бойца. Хотите, стряпайте для ударника, хотите, стряпайте для грэпплера. Джордан Левит против Виктора Мартинеса. 70 килограмм. Ну, все сопоставимое, короче. И возраст более-менее, Левит чуть помоложе, и рост, и длина рук. Как бы, ну и тут примерно половина народа за Левита, причем так уверенно объясняет, почему Левит победит. И примерно половина народа за Мартинеса уверенно объясняет, почему Мартинес победит. Ну, что такое Левит, мы знаем. В общем-то, проиграл он Пуэлису и Пимблету. Выиграл странным решением и в странной манере Огдена. Ну и в неплохой манере выиграл Мэтта Ваймана и Мэтта Сейлса. Вот. Отличный грэплинг. Ну, не так. Отличная джиу-джитсу. Неплохая борьба. Ударка ни о чем, выносливость посредственная. Это Джордан Левит. Виктор Мартинес менее понятен. Он не дрался, во-первых, 21 года, почти, это получается, что, полтора года он не дрался, чуть больше, чуть меньше. Непонятно, что делал. Ну, скорее всего, были какие-то травмы, раз он слетел в апреле с боя с этим же Левитом. Мартинес, ударник, американец, наверное, какого-нибудь мексиканского происхождения. Честно сказать, меня ничем тоже не впечатляет. Тут он Мартинес, а мог бы он быть, я не знаю, там, Родригес опять же какой-нибудь. Вот такой классический Мартинес, Родригес. Ну, не знаю, что про него сказать. Какой-то мексиканский кикбоксер. Смотрю на его рекорд. Допустим. Проиграл Эрику Гонзалесу, который на этом же турнире дерется в 16 году с плитом. Ладно. В 17 году выиграл 2-4 человека. Decision Majority. Ну, ладно. Какого-то банду выиграл. Ну, непобежденного. Опять Decision Majority. 7-4 рекорд у человека. Сплит. Ну, ладно, там дальше 2 нокаута. Про один нокаут потом скажу. И бой с Розалесом на Contender Series. Ну, я, во-первых, Розалеса не котирую, если честно. Розалес сейчас и в ЛФА там проиграл. И вообще какой-то мякишный региональный около топ. Не нравится мне Розалес. Так, во-вторых, бой был близкий. В первом раунде там
немножко потряс Розалис Мартинеса. Там не было какого-то жесткого нокдауна. Ну, по факту можно сказать, что нокдаун был. Розалис два раза там перевел Мартинес, один раз зашел ему за спину. И Розалис во втором раунде сломал себе руку. Ну и вот в таком бою, в каким-то близким решением, Мартинес вроде Розалис все-таки перетыкал. Не понимая, почему Дана Вайт его подписал, обычно он после таких боев не подписывает. Но может потому, что Мартинес был андердогом. Ну, честно говоря, вот скучнейший перетык трехраундовый, где я ничего такого от Мартинеса интересного не увидел. Ну, вроде такой какой-то кикбоксер, немножко с уклоном в бокс, не сильно активный, не сильно бьющий. Вот ничего не сильно я про него сказать не могу. Значит, Розалис его переводил, ну и несколько боев я посмотрел, но вот обратимся к бою с Эчервери. Эчервери какой-то там региональный тоже грэпплер, не сильно высокого уровня боец. Он Мартинеса довольно-таки, я бы сказал, валял в первом раунде. Переводил его разными способами. И ногу подхватывал, и в две ноги проходил, и в партере там более-менее контролировал. Хотя Мартинес неплохо встает, но все-таки, наверное, первый раунд Эчевери забрал в борьбе. Ну, как минимум полраунда он там, наверное, суммарно проконтролировал Мартинеса. Во втором раунде Мартинес по Эчевери попал. Эчевери упал в нокдаун. Сразу же вскочил, пока он вскакивал, судья остановил бой. То есть вот этот вот нокаут, это полное фуфло, честно сказать. Ну там вообще ничего такого не было, что там Эчевери упал, у него глаза закатились. Просто пропустил удар, шлепнулся на задницу. Судья решил, что все, хватит, остановил бой. То есть че к чему. Поэтому, ну, вроде бы у него как и нокаут и есть, конечно. Это ему бы здесь весьма пригодилось. 8 побед из 13, ну вот этот фуфлыжный. Как бы. Ну и я вот перечислил, что какие-то непонятные бойцы, он с ними бьется там в какой-то там majority decisions, какой-то сплит. Я не понимаю, что в этом Мартинесе хорошего. Ну, терпимый ударник. Таких в UFC хоть чем ешь. Не знаю, что он такого хорошего сделал, что его подписали. Поэтому тут что говорить. Если Левит навяжет борьбу, либо он заберет 2 раунда в борьбе, на третий у него сил не хватит. Либо он Мартинеса самнет. Либо Мартинес защищается от проходов Левита, у которого проходы, ну, не самые лучшие. Может быть, Левит устанет, его кардио хватит только на один раунд. И Мартинес тогда победит. Или, может быть, нокаутирует Левита. Ну и все, какое-то такое 50 на 50. В моем понимании, в таких боях все-таки, если подходить к процессу формально, то на подобные бои вы сделаете 10 ставок, возможно, вы 6 из них выиграете, если будете придерживаться каких-то простых принципов и правил логичных. Для меня здесь логично, что Левит, который все-таки 5 раз подрался в UFC, 3 раза победил. Ну и, допустим, какой-нибудь там Мэтт Сейлс, условно, можно сказать, что это что-то вроде там плюс-минус Виктора Мартинеса. Поэтому мне все-таки кажется, что в таком бою не надо там угадывать, ну, либо вообще не надо угадывать, либо все-таки я здесь рассматриваю ставку на Левита. Хоть мне Левит и не нравится, не сильно нравится как боец и как персона, тоже такой фриковатый чувак, который свою фриковатость все время всем тыкает в нос и говорит, вот смотрите, какой я фрик, а мне как бы пофигу. Ну, пофигу и пофигу, мог бы меньше обезьянничать. Ну, коэффициенты на самом деле плавают, где-то Левит уже идет андердогом, я считаю, что андердог вам все-таки идти не должен. Потому что Мартинес на простое, Мартинес, ну, особо ни с кем не дрался, никаких побед у него значимых нет. Его стойка, она просто нормальная. Он лучше стойки просто потому, что Левит стойки вообще ничего не умеет. Поэтому может быть нокаут от Мартинеса, может быть сабмишн от Левита. А может быть 2-1 по раундам в любую сторону. Но здесь все-таки в такой ситуации я возьму бойца, который более активно выступает. Ну, то есть я не то, что его возьму, но я бы рассматривал ставку на бойца, который более активно выступает. Вот, одержал победы в UFC. Ну и как-то, не знаю, более понятен. Ну и в конце концов, это любитель тверка. Пусть Перес победит, пусть победит Левит. И станцует парный тверк в октагоне. Это будет здорово. Женский бой в категории 57 кг. Габриэла Фернандес, дебютантка, против Жасмин Есудавичу. Так, 29 на 33.
Возраст 168 на 170, 171 на 73. Габариты примерно сопоставимые. В прошлом бою я слепил кейс для грэпплера. Сейчас буду лепить кейс для ударника. Габриэла. 8-1 рекорд. Из тех, кого я знаю, дралась с Марией Сильвой и проиграла в 2018 году. Мария Сильва неплоха. Дважды дралась на Contender Series, хоть и не отобралась. Но боец все равно приличный. Из остальных я знаю только Куелу Брагу, которая терпимый бразильский боксер. Ну и остальная позиция, конечно, довольно-таки шлаковая. Ну, тем не менее, три боя в LFA, две досрочные победы. И вот он дебют Штопа Фернандеса. Она тренер по боксу, тренер по серфингу. Да, именно такое сочетание. Ну и опять же, был бы я помоложе, побогаче, посвободнее, поотвязней, махнул бы я в Бразилию и взял бы у нее несколько уроков серфинга. Потому что она такая в целом нормальная негритяночка. Все, что должно быть круглое, круглое. Все, что должно быть упругое, упругое. Все, что должно быть выпуклое, выпуклое. Все у нее нормально. Весьма неплохой ударник, я бы сказал. Ну, для дебютанта и для того, что, допустим, мы можем увидеть там в ЛФА, к примеру, нормальная у нее ударка. Умеренно подвижный ударник с таким терпимым боксерским футворком, с хорошим левым мидлкиком, она левша, с нормальными руками, даже, я бы сказал, тяжелыми. Ну, такая очень сбалансированная, неплохая ударка, зрячая, выверенная. Присутствует у нее джиу-джитсу, есть у нее победы с сабмишинами в количестве 2 штук. Из 8 боев 5 досрочек, неплохо. Из минусов ее, минус ее главный только один. Если бы его не было, я бы на Фернандес бы здесь поставил хату. Ну, допустим, я предполагаю, что у нее, опять же, приличная выносливость, поскольку до решения она вроде доходила. И в тех боях, в которых я ее видел, заходила она во второй раунд, я там какой-то усталости у нее не видел. Вот, но она пропускает тейки и иногда сама лезет в партер. То есть, допустим, вот от этой Оливейры она пропустила тейк. И вот это с этой Мартинс она сама полезла в партер. Мартинс это очень долго душила, все-таки задушила. Но вот гильотина это то, что работает у Рафаэля Алвеса и у Райана Спена. А в остальных случаях я придерживаюсь позиции, что гильотина скорее не работает. Поэтому переоценивает она себя, наверное, в партере. И самое главное, что она в партере принимает гард и лежит, работает снизу, не встает. То есть она, в принципе, бить снизу пытается. Это у нее так получается от случая к случаю. В основном она пытается какие-то сабмишны накрутить. Но те небольшие моменты, которые я видел ее в партере, меня смущают. То есть меня смущает, что она не особо поднимается, не пытается подняться. Еще меня смущает, что это в целом бразильский боец. Я тут не хочу как бы какие-то ярлыки навешивать, но как много бразильских бойцушек, которые тренируются в каком-нибудь, наверное, среднем бразильском кемпе, выйдут на свой дебютный бой UFC с хорошим геймпланом. Тут как бы все просто. И сюда ей нужно оставаться в стойке, и она тогда ее и забьет. Здесь, в принципе, нужно подобрать правильные удары. Вот, допустим, нужно ли спамить этот мидлкик, который она любит бить? Не знаю. Я бы вот на ее месте бы лучше бил слева, если она умеет. Левый внутренний лоу по голени, который может заходить. Может быть, даже хайкики какие-нибудь добавить, но не слишком часто. Больше работать с рук, больше смещаться, двигаться. То есть, в принципе, сделать все, чтобы себя обезопасить от борьбы. Вот может ли она это сделать? Это неизвестно. Это боец все-таки невысокого уровня. Поэтому это вопрос. Что касается Жасмин, ну, в последнем бою она показала свой уровень. В общем-то, Наталья Сильва ее избила. Хотя Наталья Сильва боец, судя по всему, неплохой. Может быть, Фернандес боец и похуже. В стойке Жасмин делать нечего с Фернандес. Она хуже, она медленнее, у нее хуже защита. У нее есть, ну, какой-то более-менее бокс, она пытается с ним там идти, что-то кидать. Но все это выглядит гораздо хуже, чем у Габриэлы Фернандес. И я не думаю, что на стойке у Фернандес может выиграть. Кардио у нее посредственное. Она устает к середине боя и начинает просаживаться, пропускать еще больше, особенно ей хорошенько напопадать. Вот, допустим, Фернандес можно было бы добавить удары по корпусу. Если она умеет бить там какие-нибудь
хуки по корпусу, вот здесь было бы это отлично. Кроме того, из стойки левши она может попадать, там, если ударить часто, например, в правый бок. Вообще было бы хорошо. Поэтому шанс Ясудавичус это победить в борьбе и победить, скорее всего, решением. У Жасмин из 7 побед 3 финиша. Кого она финишировала и когда? Так, а что это у меня написано? Ну да. Так, Габриэла Гульфин, это боец ни о чем. Кристину Откок я не знаю, но фамилия сама за себя говорит. Ну и Бриджит Чейз 0-0. В остальных боях, которые были там уровнем повыше, Жасмин не была близка к финишу, даже близко. Здорово. Ладно, в общем, если хотите брать Жасмин, я бы ее брал решением. О борьбе Ясудавичус, которая у нас вроде бы вольник, вроде бы серебряная медаль Канады. О чем это говорит? Ни о чем. Насколько она сумела свою борьбу внедрить в ММА, с кем она дралась в последнее время и как это было. Бой на Contender Series с Юлией Паластри. В первом раунде она действительно хорошо подключила свою борьбу. Она Паластри перевела, она ее долго контролировала, она ее била сверху, била много, била сильно, забрала раунд 10-8, вымахалась, устала. Во втором раунде сумела все равно подключить борьбу, один раз Паластри перевести, проконтролировать значительную часть раунда, потом поднялись, проиграла в стойке, но все-таки раунд отдали ей. Ну, по делу, но уже гораздо более близко. В третьем раунде тоже сумела Паластри перевести, но Паластри уже быстрее встала и в стойке ей, в принципе, уже накидывала. Третий раунд она проиграла. Значит, рост Ясудавичус, я уже сказал, 170 сантиметров. Джулия Паласты это боец категории 52 килограмма. Она дралась в 57 с Ясудавичус. Рост Юлии Паластри 157 сантиметров. Дальше бой с Кей Хансен. В первом раунде Кей Хансен полезла переводить Ясудавичус. Не смогла ее перевести. Они как-то там завалились в партер. И Жасмин сама там залезла в позицию сверху. Во втором раунде она Кей Хансен сумела перевести, проконтролировать во втором раунде. В третьем борьбы не было. То есть два раунда Ясудавичус забрала за счет борьбы, совершив один тейкдаун. Кей Хансен это герой OnlyFans, поскольку худые задницы в OnlyFans не котируются, то Хансен дралась тоже в категории 57, а не в категории 52, как обычно. Рост Кей Хансен 157 сантиметров. Последний бой Ясудавичус с Натальей Сильвой. Наталья относительно Габриэлы Фернандес более подвижный боец. Фернандес неплохо смещается для того, чтобы нанести удары. А Сильва вышла как раз с хорошим геймпланом. Она смещалась постоянно. Она все время двигалась. Ясудавичус запутывала. И в результате, и допустим, из, по-моему, 7 попыток тейкдаунов у Ясудавичус не прошло ни одной. Сильва ее избила и перевела ее сама два раза. Бой вообще был ужасный. Ну, не знаю, там Жасмин показала прям свою отвратительную стойку в первую очередь. Но и борьба у нее не проходила. Рост Натальи Сильвы 163 сантиметра. Согласно данным Topology. Я, конечно, говорю здесь не только про рост. Я говорю про то, что в целом... Так, зачем у меня открыты эти... Что в целом, девушки, которых Ясудавичус борола, они менее габаритные были. И то она их борола с переменным успехом. Фернандес, может быть, не очень хорошо защищается от тейкдаунов. На самом деле это неизвестно. Насколько она будет на этом сосредоточена, тоже непонятно. Но она, Жасмин, практически не уступает в росте. И она такая крепенькая, здоровая. То есть сможет ли Ясудавичус такую здоровую тетеньку завалять, чтобы навалять хотя бы на два раунда, это на самом деле вопрос. А в стойке Фернандес, на мой взгляд, однозначно лучше. Коэффициент на Фернандес около 1,7, на Ясудавичус 2,1. Я рассматриваю здесь ставку на Габриэлу. Эрик Гонзалес против Тревора Фрика. Мне кажется, Фрик ему больше подходит, чем Пик.
31-28 возраст, 180 на 175 рост. Ну, руки у Гонзалеса существенно подлиннее. Вообще, пик чуть мелковатый для этого, для этой весовой. Гонзалес дважды подрался в UFC. Сначала отлетел Джиму Миллеру, потом отлетел Теренсу Маккини. Ну, Миллера в первом раунде зацепил ударами. Маккини тоже зацепил. Ну, дальше все закончилось плохо. Побед значимых нет. Ну, где-то так более-менее в своем комбаче дрался. Кого-то побеждал. Боец такой сравнительно сбалансированный. Терпимая ударка, терпимая борьба, терпимая выносливость. Ну, в UFC пока не идет. Тревор Пик. Боец, конечно, очень колхозный, но интересный. Давно я не видел такого агрессивного типа. Вот смотрел несколько его боев, помимо боя на Contender Series. Ну, где-то, конечно, были моменты, где он шел назад, но в основном он идет вперед. Оппозиция, естественно, довольно-таки мертвая. Ну, в 2014 году его по любителям задушили. Ну, где-то есть, вот, допустим, какой-то там человек с рекордом 7-0, которого он нокаутировал за 30 секунд. Ну, навряд ли эти 7-0 у него, конечно, были серьезными товарищами. Побил Каму Ворти. Ну, я думаю, как вот он там Ворти просто попал. Ну, он прям шел на Ворти вперед и кидал бомбы. Бой с Маликом Льюисом на Contender Series. В первом раунде огребался как собака. Льюис его там потрясал, перевел, забивал. Но, в принципе, Льюис выдохся уже к концу первого раунда. И Пик перехватил инициативу. Во втором раунде, когда Льюис совсем устал, он сам его перевел и замолотил. Пережил, так сказать, все сложности. И после этого поехал в больничку лечить сломанную челюсть и праздновать подписание контракта. Мощный тип. Жестко бьет. Бьет колхозно. Размахивается, блин, от горизонта вообще. Бой с Льюисом, посмотрите, это такое низкоуровневое, но веселое рубилово, но они просто там фигачили друг друга. Ну и он, в принципе, примерно так и дерется. Еще он подключает борьбу иногда, то есть он может, в общем-то, перевести. Как он переводит? Он подходит, хватает дерево, вырывает его корни из земли и крона его втыкает в канвас. Примерно как в ударке дерется, так же и в борьбе. То есть он прямо такой дикий чувак, тоже... Естественно, деревянные игрушки, прибитые к полу, там друзья-наркоманы, суицидники и все такое прочее, но он все это преодолел. Как Джеки Чан, опять же, натренировался, пошел мстить и всех убил. Стандартная история. Ну, Пик, знаете, это такая заготовка для бойца, и по большому счету он тренируется с какими-то веселыми бомжами, я так понимаю. Если он пойдет в какой-нибудь хороший лагерь, из него, возможно, будет толк, потому что он занимается своим делом. Занимается он им пока, может быть, плохо и неумело, но это боец, у которого есть такой внутренний стержень, сердце, выносливость для своего вот этого стиля дикого, где он совершает кучу всяких там поступков умных и не очень, но и неприличная выносливость. То есть, допустим, вот он мне напоминает немножко Маккини. Правда, Маккини более скилловый по сравнению там с Пиком. Маккини — это бог техники. У Маккини есть приличная борьба, ну, не такая колхозная, не чисто силовая, а Маккини что-то может сделать. Сабмишн у него есть. Но, допустим, у Маккини нету выносливости такой. Нету крепкой челюсти. А вот у Пика она есть. Поэтому боец, конечно, низкого уровня, но прикольный. Коэффициенты на Пика 1.5, на Гонзалеса 2.7. Я не могу здесь порекомендовать ставку на Пика, потому что он дебютант. Он колхозан. И вообще, на его стиль, конечно, когда-нибудь найдется управа. Любой крепкий боец, который является специалистом в своей области, он Пика, наверное, уничтожит. Какой-нибудь хороший джитсер, какой-нибудь мощный панчер, какой-нибудь техничный ударник, который имеет приличную защиту и не испугается вот этой размахайки тяжелой от Пика. Какой-нибудь выносливый борцуха, который сможет не пропустить и завалять, допустим, Пика. Это вот все люди, которые могут ему доставить проблемы. Ну, наверное, финишировать, что он там, бессмертный, что ли. Но для меня проблема в том, что Эрик Гонсалес ни одним из вышеперечисленных людей не является. Это такой средненький региональный боец, который уже получал по башке в UFC. Я немножко сомневаюсь в его
допустим, держаке. Ну и в целом у него есть 4 досрочных победы, этих поражения уже, которые, 2 из которых у него были по регионалке. Соответственно, мне кажется, что Эрик Гонзалес — это просто клиент пика, и UFC дает пику красиво вкатиться в промоушен. Вот у меня такое мнение, поэтому я думаю, что пик его финиширует. Может, конечно, и сам улететь, но, как по мне, Эрик Гонзалес не сможет остановить напор Тревора Пика и будет нокаутирован. Майк Мело против Йохана Лайнеса. UFC решила, что в UFC слишком много канадцев, не понимая, зачем их с собой сводят. Примерно сопоставимый возраст, сопоставимый опыт, сопоставимый рост. У Лайнеса с руки на 8 сантиметров длиннее. Мы, опять же, это же размах, мы же понимаем, что в этом случае рука длиннее на 4 сантиметра, а не на 8. 2 сомнительных для меня типа, просто Мело идет неплохо, Лайнес идет хуже. Я считаю, что Майк Мело — это боец первого раунда. Много говорят про кардио Лайнеса, это правда, кардио плохое. Про кардио Мело мы ничего не знаем, кроме того, что, как я уже говорил, в 2015 году он проиграл бой, потому что он вымахался как собака в первом раунде. Забрал его 10-8, но проиграл второй и третий. Так, с Доводу. То есть меня смущает что-то, как-то вот он вроде по габаритам такой же, как Лайнес. Мне кажется, Лайнес может покрупнее. То есть все-таки он дрался 66 килограмм, а это же 77, да? Да, это 77. Конечно, у него неплохой стрик сейчас. Еще и Джайлса по греплингу победил, как бы все классно. Но есть там все равно звоночки. Вот Соломона Ренфро он победил. Потряс, задушил. Молодец. Ренфро вообще-то его перебивал в начале боя. Смотрицкого вообще быстро душканул. Молодец. Гала опять же в первом раунде нокаутировал. Но все равно он от Гала пропустил несколько раз. И Гал ему морду лица успел подразбить. Попал, добил. Молодец. Но пропускает Мело. Пропускает. Тем не менее, относительно Лайнеса, у него более быстрые руки, это точно раз. Бьют оба тяжело, допустим, одинаково. Во-вторых, у Мело есть хорошее атакующее джиу-джитсу. Он реально неплохо закрывает удушки, очень быстро выходит, в случае чего. Поэтому опасный товарищ, ну, для меня пока что это финишер первого раунда. Лайнес, про него хорошего-то могу, конечно, еще меньше сказать. Да, у него тоже есть победы там в первом раунде, много, но сейчас... И на Contender Series вроде получилось. Ну, как бы не знаю. С Гейбом Грином попытался позарубаться. Вроде там где-то был успешен. Но просел по кардио. Был нокаутирован во втором. С Виксом решил не зарубаться. Но вот эта вот победа, она просто ни о чем. Он, по-моему, донес там 22 или 25 значимых ударов за 3 раунда. То есть он вот просто работал на то, чтобы у него кардио не закончилось, и все. Викс его в два раза перебил по значимым ударам, и все равно отдали Лайнесу. Ну, потому что вроде как его там удары какие-то, может, были более явные, более значимые. Ну, на самом деле, это судейский косяк, больше мне так кажется. Лайнес вроде бы тоже, конечно, опасный, может ударить, но Мело вроде опаснее. И вот мне нравится то, что он быстрее, но в целом, как бы... 1,5, 1,44 на Мело, 2,9 на Лайнеса. Я даже не знаю, я не собираюсь в этот бой лезть, потому что Лайнес все равно опасный. И если, допустим, Мело его в первом раунде не финиширует, то дальше начнется, скорее всего, как по мне кажется, вопрос, кто останется лучше по кардио. А это неизвестно, потому что про выносливость Мело мы ничего не знаем, но я ее ставлю под сомнение. Про выносливость Лайнеса, она плоховатая. Но, как бы, может оказаться, что это плюс-минус, и, допустим, если там Мело подустанет, к примеру, он уже не будет выигрывать скорости. И тогда, может быть, длинные руки Лайнеса как-то там зарешают. Поэтому я бы здесь ставки особо никакие-то не рассматривал. Понятно, что более вероятно, что здесь будет какая-то досрочка, может быть, быстрая, но мне не интересен здесь ни тот, ни другой, честно говоря. Возвращение Татьяны Суарес, конечно, интересно, но с точки зрения ставок, опять же, этот бой просто мертвый. Татьяна Суарес против Монтана Деларосы, категория 57 килограмм. Табиб женского дивизиона возвращается, ура, и поднимается в весе. Суарес чуть помельче, постарше. Ну, что про Татьяну сказать. Кто давно смотрит, те ее помнят. Девушка была перспективной, надеюсь, таковой и осталась.
хорошие победы есть. Submission Grasso забила в третьем раунде из Парзу, затаскала ее в партере. Это все было в категории 52 килограмма. С Нунис уже не такой хороший был, бой был с Ниной. Первые два раунда Нунис переводила, контролировала, финишировать не смогла. В третьем раунде подустала, уже так отбегала от Нунис, смотрела на часы. Ну, 2-1 по раундам забрала. Отличная борьба, жесткий ground and pound. Сабмишны тоже может, хотя больше все-таки она пытается забивать сверху. Но, тем не менее, 3 саба, 2 ТКО. Хорошо, что она вернулась. У нее были многочисленные травмы. Травмы тяжелые. Порванные кресты, колени. Травмированная шея. Обнаруженный рак, с которым она боролась. Тьфу-тьфу-тьфу. Дай бог здоровья. Надеемся, победила. Или, по крайней мере, отодвинула его на очень-очень далеко. Красотка. Замутила с Патриком Миксом. Молодого нашла. Живет прекрасной жизнью. Ну и должна, как бы, разнообразить, наверное, женский вес в 57 килограммах. Поднимается в весе. Наверное, это правильно, потому что уже возраст не такой прямо юный. Гонять в 52, наверное, она больше не может. Ну и вот, может быть, на фоне весогонки она в последнем бою проседала с Нунис. Но, опять же, простой. 20-й год, 21-й, 22-й. Не выступала 3,5 года, боролась с болезнями. Сейчас возвращается. Соперник стилистически удобный. Монтана Делароса — это такая Татьяна Суарес, только ниже уровнем. Ну, в стойке мне их сложно сравнивать. Там Суарес вроде пытается как что-то такое каратистское изображать. У Монтана Делароса медленный подводный бокс. Даже если будет бой в стойке, в чем я сомневаюсь, в общем-то, Суарес, наверное, будет не хуже. Ну, а скорее всего, конечно, она пойдет бороться. И хотя Монтана неплохой борец, ну, я думаю, что Суарес ее затаскает. Должна, по идее. Ну, а что делать в плане ставок? Угадывать, как победит Суарес. Коэффициент 1.12, 6.5 на Монтану Делоросу. То есть 1.12 на бойца, которого 3,5 года не было, у которого многочисленные травмы были, тяжелая болезнь. Как бы, ну, зачем вам это надо? Ну, просто посмотрите бой. Хотите поугадывать? Ну, поугадывайте. Либо Суарес досрочно, либо Суарес с решением. Я угадывать не хочу, я не знаю. Надо смотреть, как человек вернется. Интересно ли Делароса за 6,5? Ну, если Суарес вдруг не долечилась, у него там, не дай бог, чего-то опять сломается в процессе боя, тогда да. Ну, какой на это процент вероятности? Да никакой. Поэтому угадывать я здесь не собираюсь. Думаю, Суарес победит. Бой просто посмотреть. Еще один бой абсолютно не для ставок. Аугусто Сакай против Дантейла Мейса. Тяжелая весовая. То есть UFC вот считает, прям вот должен был быть в мейн-карде бой тяжеловесов. Че вот это за старорежимная хрень, я не понимаю. Если вот таких тяжеловесов, то не надо мне его в мейн-карде. Может, мне его вообще не надо. Ну ладно, им же надо заработать, пусть как-то дерутся. У Мейса руки длиннее на 10 сантиметров, на 7 сантиметров выше, возраст одинаковый. Никогда в жизни я больше не поставлю на Дантейла Мейса. Одна из худших моих ставок в прошлом году — это взять Мейса фаворитом против этого Альхамдулилах Хамди Абдельвахаба. Никогда больше. Только в каком-нибудь очень понятном для меня матчапе, может быть, я Мейса рассмотрю. А так он мне даром не сдался. Хотя у него в UFC все не так плохо. Но то, что он в прошлом бою, как бы, я считаю, выигрышным для себя, проявил какой-то матерый тупизм. Местами не доработал, местами творил какую-то дичь, какие-то подсечки пытался ему провести. В третьем раунде вылетел, просто себя позволил перевести весь раунд, пролежать. Ну, я не знаю, я не хочу просто на Дантейла Мейса даже смотреть. Он медленный, он тупой, ну, просто я не знаю, это ужасный человек. Я понимаю, что есть бойцы там уровня Джоша Парисяна, а вот Дантейл Мейс как бы уровнем вот на одну там, на один миллиметр выше, но даже не хочу вообще по него думать и какие-то ставки на него рассматривать, вообще не сдались. Ну, Сакай, конечно, я считаю, лучше как боец, он более опытный, у него приличная ударка. Сможет ли Мейс, например, если захочет навязать Сакаю борьбу? Ну, я в целом думаю, что, конечно, Сакая можно бороть, но, во-первых, пойдет ли Мейс бороться, это большой вопрос. Во-вторых,
Настолько ли уж плохо у Сакая все с борьбой, что он даже от Мейса не защищается? Ну, не знаю. По идее, Сакай должен забирать в перетыки, решением, может быть, в клинче, за счет своего опыта, за счет своего муайтая. Но он идет на серии из 4 досрочных поражений. Нокаутами. Да, хорошая позиция. Да, в целом это боец более высокого уровня, который побил каких-то людей в UFC. Там, ну, хотя бы даже Шермана, Орловский, Тибура, Иванов, там, сплитами, не сплитами. Ну, побил. Там был Близзард. Ну, у Мейса другой уровень оппозиции все равно. И проиграл он хорошим бойцам. И где-то был конкурентен и с Аверимом. Там и со Спиваком пытался выживать. Но после таких 4 поражений, естественно, к Сакаю вопросы по его челюсти, по его мотивации. Потому что, ну, он сейчас в каком психологическом состоянии выходит? Ну, это явно его либо последний бой, либо нет. Мейс 5 побед нокаутами есть из 9. Ну, не особо много, но не особо и мало. Поэтому Мейс все равно ударить может, хоть он и не особо как бы панчер. Надо вам рисковать на Сакая? Я думаю, что не надо. На Мейса, ну, если вы матерый извращенец, ставьте. Он андердог 2.16. Я категорически не рассматриваю этот бой для ставок. Co-main event. Андре Муниз против Брэндона Аллена. Категория 84 килограмма. 33 года, 27 лет. Аллен чуть выше. У Муниса руки чуть длиннее. Интересный, конечно же, бой. Андре Муниз. Не могу не припомнить бой с Антонио Ароя. Все уже ему припомнили. Ну, я повториться вынужден. Ну, а что, для меня это значимый бой все равно. Ароя, который базовый джитсер, но больше кикер, все-таки смог Мунису дать бой. Пусть он проиграл даже все 3 раунда, но везде были моменты, где у Муниса было все не особо гладко. Терял он позиции. Ароя устал в щи. А Муниз тоже устал. Поэтому, ну, грубо говоря, там, я не знаю, в 2 раундах плюс минута контроля бы ушла Антонио Ароя. Он бы забрал каким-нибудь сплитом. Фабинский. Тупой борец. Соуза. Ну, все равно, как бы, этот армбар считается. То есть, то, что Соуза был старый, безусловно, но победа все равно значимая. Я считаю все-таки, что грэпплеры, когда они стареют, они по большому счету начинают проигрывать больше нокаутами. Соуза проиграл таким необычным армбаром Мунизу. Допустим, Дэмиана Майю никто не сабнул, когда он был уже на закате. А Соузу сабнули. Это не потому, что Соуза плохой, потому что все-таки партер у Муниза очень опасный. Победа над Андерсом. Ну, Андерс ни в чем не специалист, поэтому как бы не то чтобы совсем интересная победа, но тем не менее, Андерса, скажем, удосрочить не так просто. Нормальная победа. С Холлом, конечно, все ожидали досрочку. Я ожидал. А Муниз как-то сейвово с ним отбился. В первом раунде не слишком у него и борьба проходила. Ну, во втором и третьем прошла. Ну, и в первом тоже под конец, как бы. Вроде бы неплохо. Ну, с учетом того, что Холл завершил свои выступления, хотелось бы чего-то большего. Так что в целом выступления, конечно, неплохие, но есть некоторые небольшие вопросики. Я до сих пор не понимаю, чего Андре Муниз может в стойке. Как по мне, он может кидать левый мидл-кик неплохо и все. Иногда он еще там выкидывает какую-то странную комбинацию с рук суматошную и следом за этими руками сам бежит бороться. Как он будет по выносливости, если ему окажут достойное сопротивление, тоже вопрос. Ну и все-таки человек был 4 раза нокаутирован за свою карьеру, так что пока-то вроде бы все гладко, но где тут уровень, когда начнется не гладко? Может быть, это и Брэндон Аллен. У Аллена, конечно, тоже есть вопросов много, там, я не знаю. Даже начать бой с Даукасом, где он слил 3-й раунд, потом проиграл Стрикланду. Ну, между прочим, по ходу дела еще проиграл 2 боя по грэпплингу, тоже не безинтересно. Ладно, Робертсон, ладно, Сариано, все хорошо. Проиграл Кертису. Выиграл Чека по грэпплингу, неинтересно. Алви, хорошо. Малкун, ну не очень хорошо. Все-таки пропустил 7 тейкдаунов. Бой был близкий. Аллен был фаворитом. Коэффициент свой не отработал.
Да, я считаю, что он, может быть, забрал по делу. Это, я говорю, как человек, который ставил на Малкуна, потому что Малкун ничего не сделал. Но еще бы чуть-чуть, опять же, еще бы минутка, и все. С Йотко хороший бой. Йотко, конечно, уже уволен. Победа над Йотко вроде как ничего не дает. Но вот досрочная победа над Йотко — это хорошо. Йотку в последнее время крайне сложно было удосрочить. Йотко очень сильно не любил, когда его досрочат. Он прямо на это обижался. Поэтому всячески этого избегал, а Аллен смог. Аллен немножко лучше по ударке, может быть, лучше намного. Если бы у Брэндона Аллена была бы нокаутирующая мощь, я бы его здесь, наверное, забрал. Потому что, опять же, нужно что-то Мунису такое предложить, чтобы его победить. 1.45 на Муниса, 2.85 на Аллена. Аллен должен защищаться от борьбы Муниса или в двух раундах забрать грэплинг размены. Вот, защищается ли он от борьбы Муниса? Ну, я думаю, что нет. Ну, слишком много его перевел Малкун. Ну, слишком много. Я не думаю, что у Муниса борьба хуже. Я думаю, что Мунис его переведет. Вот. А если он его переведет, то дальше Брэндон Аллен с его эго. Не захочет ли он доказать Мунизу, кто круче в джиу-джитсу? Потому что Аллен все-таки хороший грэплер. Может быть, он даже в чем-то более разнообразный, потому что, по сути, Муниза можно назвать сабмишн-специалистом. А Брэндон Аллен, он имеет, допустим, очень неплохие локти в партере. Если, к примеру, Муниз будет лежать под ним снизу, то у Аллена есть, опять же, вот эти вот локти. Но, правда, у Муниза есть его армбар, который вообще у него заходит прямо со свистом. Поэтому, в целом, Муниз, наверное, должен здесь быть этим фаворитом. Но я не хочу ставить против Брэндона Аллена за 1.45 на Муниза. Мне кажется, что коэффициент на Муниза сейчас примерно такой же, какой был против Юраи Холла. Я не чувствую, что это правильно. Потому что Аллен все-таки это... Ну, если мы вот всех посмотрим, с кем дрался Андре Муниз, ну, объективно, это, наверное, лучший грэплер, с кем Муниз будет драться. То есть сопротивление от Аллена будет. Сабнет ли его Муниз в первом раунде? Ну, может быть и да. А если нет? А если Муниз устанет? А если у него во втором-третьем раунде, допустим, не будет борьба проходить? Вот вопрос. Но с другой стороны, Аллен, который не всегда делает правильные решения в боях, у которого были проблемы все-таки в партере с такими людьми, как, опять же, Даукас, как отчасти даже Кевин Холланд, как Джакоб Малкун, Джейкоб, то он с ними оказывался в партере, и у него было не все гладко. Он, наверное, окажется в партере с Мунизом. Муниз из всех этих тоже, опять же, самый опасный грэплер, у которого есть очень жесткие, очень хорошие сабмишины. Поэтому, как бы, на Аллена мне боязно даже за 2.85 ставить. И, скорее всего, этот бой, опять же, я просто посмотрю. Бой будет интересный. Главное событие турнира — Никита Крылов против Райана Спена. Категория 93 килограмма. Сопоставимый возраст. Спен чуть покрупнее, на 5 сантиметров выше, на 10 сантиметров рич лучше. Сопоставимый рекорд, хотя Никита... По опыту, ну, один из самых опытных, наверное, бойцов и в этой весовой в том числе, да и в UFC, наверное, не так много бойцов, у которых под 40 профессиональных боев. Ну, вы уже все это слышали, ну, что это, что-то новое скажу, ну, повторю. Никита Крылов потихонечку прогрессирует, в последнее время много борется, боец универсальный, с хорошим базовой карате, с терпимыми руками, но все-таки его главное... оружие, наверное, стойки — это удары с ног, с приличной борьбой, опасный в партере, в общем-то, может ударить. 27 досрочных побед из 29. Отмечим, из 9 поражений все-таки 6 поражений с сабмишинами. Это много. Даже пусть это было в основном давно, и, допустим, не будем даже считать поражение Крейгу, но в 2018 году, допустим, Блахович его все-таки задавил в партере. Хотя это тоже не зазорно.
не всегда принимает правильные решения. В некоторых боях вроде бы все хорошо, в отдельных боях все из рук вон плохо. Выступает с переменным успехом, но проигрывает топовые позиции. У Райана Спена оппозиция, наверное, похуже. Выступает он тоже с переменным успехом. Ну, у него как бы поражений поменьше, но, конечно, вопросов к Спену тоже достаточно. Два не самых выносливых бойца, но я думаю, что Крылов чуть выносливее и умеет, научился чуть лучше распределять свое кардио. Райан Спен все-таки это больше боец первого-второго раунда. Особенно уж если у нас бой будет пятираундовый. Держак у Спена явно хуже, чем у Крылова. Но и бьет Спен явно тяжелее. В последних двух боях Спен выглядит хорошо. В 21 году с Энтони Смитом он выглядел нехорошо. Циркунов, ладно, с Вокером, вот как раз бой, который Спен провел сомнительно. И поэтому отлетел, хотя мог бы бой с Вокером и забрать. Ну вот с Энтони Смитом прям ужасное было выступление. Два последних боя классных. Ну опять же, это Кутилаба, который переживает далеко свои не лучшие времена. И Доминик Рейс, который в непонятном состоянии находится. И явно, конечно, за эту победу Райан Спен должен часть гонорара отдать Ирже Прохаске, который начал работу по уничтожению держака Доминика Рейса. А Спен ее только закончил. Ну и главные два вопроса, которые у меня есть по Спену, то есть, ну не только у меня. Вопрос номер один. Бой с Рейсом — это что? Это Рейс уже все? Или это Спен ого-го? Или это какая-то смесь? Ну и то, что Спен сказал после все-таки этого боя Джо Рогану в интервью о том, что он раньше никогда не тренировался ни к одному своему бою больше 3 недель, а сейчас он тренит и не вылазит из лагеря. Это правда или нет? На самом деле, может быть, это не так важно, потому что все интервью бойцов — это белый шум. Ну, я бы для себя отметил, насколько я смотрю интервью Райана Спена, он вечно там несет какую-то странную ахинею. Он на каком-то своем языке разговаривает в целом с журналистами. Ну, я это, наверное, больше даже одобряю, чем нет, потому что эти дурацкие вопросы, типа там, что для вас значит этот бой, ну, они уже задолбали это спрашивать, честно сказать. Что-то бы новое придумали. Спен, в общем, отвечает им что-то свое. И мне кажется, в целом, интуитивно, что Райан Спен один из тех немногих бойцов, которые говорят в интервью правду, если отвечают прямо. Поэтому, может быть, Спен действительно начал жестко тренить. Мне непонятно, почему он до сих пор не может делать вес. Он регулярно, ну, уже как минимум 2 раза по полкило проваливает взвешивание. Но вот надо посмотреть, если он, допустим, в этот раз сделает вес четко, то, может быть, правда, он более серьезно сейчас относится к тренировочному процессу. Визуально, несмотря на там не сделанный в последний раз вес, он выглядит очень хорошо. Я даже специально посмотрел. Эта хрень, которая торчит между плечами и шеей, называется трапециевидная мышца, а в простонародье загривок. Так вот, загривок у Райана Спена сейчас мне напоминает загривок Алистара Оверима времен, когда он жрал конину и не только. Если не понимаете, о чем я, посмотрите старые фотки Оверима, там видно. То есть Спен, ну, ощутимо поднабрал сейчас. И в последнем бою с Рейсом мне исключительно понравилась его работа на руках. Он, в общем-то, Рейса из джеба положил. И пока Рейс падал, еще смог ему там добавить хук в темечко. Рейс уже падал мертвый. Но и до этого Спен прямо хорошо работал на руках. Он прям был быстрый, точный, такой взрывной, с его длиннющими руками. То есть его бокс мне весьма понравился. Ну и все помнят, конечно, что у Спена еще есть неплохие фронтальные удушки. Но Спена вроде бы и можно переводить. Защита от тейкдаунов у него не очень. Хотя встает он в целом неплохо. Никита, в общем-то, физически это тоже выглядит в последнее время вполне себе замечательно. Ну и Спен тоже периодически принимает неправильные решения. Поэтому тут такой микс, непонятно чего. Каждый может провести из них какой-нибудь хороший бой, каждый может затупить. Но по поводу, допустим, последнего выступления Крылова со Здемиром. В начале первого раунда Здемир шел вперед, вбрасывал комбинации. И он по ходу этого первого раунда несколько раз Никиту зацепил. Ну и там не было прям такого жесткого потрясения. Но я бы сказал, что Никита начал немножко пританцовывать и совершил такой панический проход Аздемиру в одну ногу.
Я вот просто думаю, что если, допустим, первый раунд начнет развиваться точно так же, то, во-первых, Крылов может улететь с рук. Во-вторых, если, допустим, Спен его потрясет и Крылов пойдет бороться, ну тут как раз его будет поджидать Спен со своей гильотиной. Ну или, например, не гильотиной, а какой-нибудь там анакондой. То есть там любое фронтальное удушение, оно может зайти. Все-таки против Крылова 6 поражений с сабмишеном они были. Никиту можно сабнуть. Ну а у Спена 3 поражения нокаутами. То есть я не говорю про то, что там только Спен может Крылова вырубить. Безусловно, Крылов тоже может вырубить Спена. Поэтому, конечно, бой этот навряд ли дойдет до решения. Можно искать какие-то досрочки, которые все видят, которые прогрузят. А брать прогруженную досрочку, например, ну это то же самое, как брать прогруженного фаворита, который вроде бы должен победить, но хрен его знает. И скажем так, если Спен, особенно в последних боях, это все-таки такой ярко выраженный ТМщик, но не будем забывать сплит Сэма Малви, за что ему как бы тоже большое спасибо, то Крылов-то, в общем-то, через раз, можно сказать, и ТБшник. То есть он вырубает прям там кого? Густавсона, допустим, с Аздемиром и с Анкалаевым, и с Вокером, и с Тишейрой. Он дерется до решения. Поэтому, ну, прям вот сказать, что здесь ТБ, там, ТМ, то есть залетит, ну, как сложится бой на самом деле. То есть удивлюсь ли я, допустим, если третий раунд начнется, ну, удивлюсь, но не очень там прям сильно. Поэтому варианты здесь есть. Как сложится бой, никто не знает. А коэффициент есть уже сейчас. Поэтому честно скажу, что Райан Спен коэффициентом 2,4 меня манит, как Михалыч манил Дулина красными труселями. Причем я, конечно, не собираюсь ставить на Спена за 2,4. Потому что на каждого из этих парней, наверное, можно ставить на то, что он победит досрочно. И с коэффициентами-то я в целом согласен. Я согласен, что Крылов должен быть фаворитом. Я с этим не спорю. Крылов должен быть фаворитом, потому что у него был выше уровень оппозиции. Ну, он на дистанции в 5 раундов выглядит лучше, потому что он, наверное, выносливее. Он проходил трехраундовую дистанцию с серьезными бойцами. Да, он должен быть фаворитом, он лучше как боец. Но на вот такие коэффициенты в первом раунде я не согласен. Я считаю, что в первом раунде коэффициенты должны быть зеркальные. Потому что Спен за счет все-таки своих финишерских данных, за счет своих габаритов, за счет своей ударной мощи, он в первом раунде прям смотрится очень хорошо. Поэтому на Спена по линии я ставить точно не буду, мне это не надо. Может быть, я поставлю на Спена досрочно, но то, что я точно совершенно сделаю, я это уже решил. Ну, взвешивание еще посмотрю. Я поставлю небольшую микроставочку, я такое практикую на победы в раундах. В этом году у меня более-менее с этим получается. Я поставлю как минимум микроставку, что Райан Спен победит в первом раунде, с небольшой страховкой, что Райан Спен победит во втором раунде. Дальше я уже посмотрю, куда двинутся коэффициенты, буду ли я брать Спена досрочно. Но за счет все-таки последних выступлений Спена, за счет его финишерских навыков, мне кажется, что Никита Крылов здесь может оказаться в опасности. Да, в опасности может оказаться и Райан Спен, но опасность от Крылова почему-то стоит в 1,5 раза дешевле. Мне это не совсем понятно. Я думаю, что у Спена здесь шансы есть, особенно в первом-втором раунде. Опять же, для лайвистов. Если Спен в течение 2 раундов не победит, то я думаю, дальше уже процентов 80, что это будет Крылов, если не 90. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Жду лавину донатов, донатищей и донателлов. Вам всем здоровья, успехов, берегите себя и своих близких, сильно не рискуйте.